Ну, прямо что специально надо уведомить всех наших соратников, союзников, что участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие. За исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма. Я думаю, видимо, территория Кремля, администрация президента, как раз то самое место, где принадлежность национального костюма лиц определенной национальности является огнестрельное оружие. Видимо, им разрешено. Нам не разрешено, мы не пользуемся ни огнестрельным, ни каким прочим оружием. Вот. Не допускается при проведении массовых акций привлечение для участия в них экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов. У нас нет экстремистских материалов, нет среди нас представителей экстремистских организаций. Вот с символикой и атрибутикой большой вопрос, потому что мы не знаем, какая запрещена, за исключением той, которая использовалась в нацистской Германии. Поэтому используем ту, которая у нас есть, которая, как мы считаем, не запрещена. Что будет? Флаги организации «Черный», те самые имперки, черный, черный, белый. Так. Что мы не должны? Что такое экстремистская деятельность? Это организации, либо физических лиц, направленных на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности РФ. Нарушение целостности РФ у нас занимается администрация президента и правительство. Мы знаем, какие решения принимались уже неоднократно. Но они были ненасильственными, поэтому под эту статью не подходит. К сожалению, арестовать президента Российской Федерации по этому пункту не получается. Вот. Насилие мы не предполагаем, но мы выступаем за изменение конституционного строя ненасильственным путем, поэтому мы под это не попадаем. Подрыв безопасности Российской Федерации. Это у нас прерогатива деятельности исключительно правительства и подчиненных ему ведомств. Мы направлены наоборот. Наша деятельность направлена на укрепление безопасности Российской Федерации от всех внешних и внутренних врагов. Захват и присвоение властных полномочий. Это у нас произошло в России уже давно, поэтому мы, к сожалению, здесь не можем быть ни первыми, ни последними. Захват власти уже произошел. Группировкой лиц, которые не имеют никаких оснований для того, чтобы занимать свои должности в парламенте, в правительстве и так далее. Создание законных вооруженных формирований не создаем. Правительство создает, например, в Чеченской Республике незаконные вооруженные формирования, практически все формирования, какие там есть, незаконные вооруженные. Осуществление террористической деятельности не занимаемся, никогда не занимались. Вот органы власти иногда занимаются, например, убийство генерала Роклина, это был, конечно, террористический акт. То, что к этому делу причастны властные органы РФ, это действительно, скорее всего, так. Возбуждение расы, национальной, религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывом к насилию. Но к насилию не призываем. Значит, что такое расовая рознь, никто не знает, ни в судах, ни среди полиции, потому что никто не знает, что такое раса. Нет такого определения, или они все разные. Что такое национальная рознь? Определения национальности у нас нет, в законе у нас национальности не существует. Поэтому что такое национальная рознь, никто не знает. Я сегодня могу себя объявить евреем, кто-нибудь скажет, ах, эти проклятые жиды, оскорбиться страшно и подать в суд. А на завтра почувствую уже себя папуасом, да? И будет это выглядеть очень некрасиво. Да? Кто-то оскорбит папуасов, я тоже подам в суд. Неизвестно это, что такое национальная рознь, что такое национальность. Религиозная рознь. У нас нет официальной регистрации людей по религиозному признаку, поэтому сейчас это тоже... Что, мероприятие началось уже? Нет, я просто даю интервью. Ну, тогда вы почитайте спокойно про себя. Да, да. Не надо уже здесь. У вас мероприятие с 14 демонстрации публичных. Демонстрации? Здесь скопление граждан уже получилось. А все врачи, с интересом. Больше двух не собираться. Вы же тоже с интересом слушаете. Это мы вместе. Внимание разрешено. Мы тогда, вы отойдите, пожалуйста. Зачем нам отходить? Организаторы. Сейчас. Ну, мы не будем ссориться, не беспокойтесь. Пропаганду я, кстати, да, инструктирую людей, которые будут участвовать в пикете. Они же тоже это должны знать. Должны знать. А то я прочту, да, а потом буду объяснять. Мы должны знать, что нам все запрещено. Значит, вам запрещена вам пропаганда исключительности, превосходства, либо неполноценности граждан по признаку их отношений к религии, социальной, расы, национальной, религиозной или языковой принадлежности. Не будете этим заниматься? Ни в коем случае. Ну вот. Осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий, актов вандализма по идеологической, политической, расовой, национальной, религиозной ненависти либо вражды, равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы. Что такое социальная группа, тоже никто не знает, даже социологи.
Так, значит, невозможно вот просьба всем присутствующим не осуществлять публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных действий. Ни в коем случае. И четвертое, это финансирование указанной деятельности. Ну, с деньгами у нас очень плохо, поэтому мы сами себя едва финансируем. Вот. Либо иное содействие осуществлению и совершению указанных действий, в том числе путем представления для осуществления указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной и полиграфической материально-технической базы, телефоны, факсимильные или иных других видов связи, информационных услуг. Мы же должны людей ознакомить, очень много написано. И иных материалов. Я вообще бы прочитал это так вот громко для всех. Никто же не знает. Всего ты не запомнишь сразу. Вот, экстремистская организация, это общественное или религиозное объединение, либо иная. Ну, у нас здесь нету никакой организации, представители только есть, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение об о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. У нас нет таких организаций, по которым такие решения есть. Экстремистские материалы предназначены для обнародования документа либо информации на иных носителях, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности, то есть вот тех типов деятельности, которые были ранее перечислены, либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии. Публикации, почему фашистская партия в Италии попала сюда, не знаю. Публикации, да, очень мирные были люди. Публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное или расовое превосходство, либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. Но мы как раз вот против этого выступаем. Против уничтожения русского народа как одной из русских. Так, где тут я должен расписать? Что тут должен написать? Написать ознакомлен или что? Фамилия, имя, отчество. Здесь фамилия, имя, отчество. Число, подпись.